закончить с музыкой. Вы свое отношение к рэпу не изменили, потому что в ряде бесед вы, рассказывая о пристрастиях ваших сыновей, да, это не сказали, что... это не моя музыка. Да? Да, я не успеваю услышать слова. Надо. Не успеваю услышать надо, слова. Надо. Слушайте тогда на каком-нибудь... по-английски говорить, надо... слушайте на французском. Нет. Тогда месседж будет понятен. Мне надо скорость. Там, вот, к сожалению, в наушниках нет такой... такой вот, чтобы замедленно шло. Нет, вы знаете, там что-то есть. Я вот тоже долго не мог. У меня внук сам читает. Mm-hmm. Я вам очень-очень рекомендую, потому что за этим какое-то ближайшее будущее.